Всем привет! Меня зовут Андрей. Вы на канале Industrial Tool. И сегодня мы попробуем разобраться во всей линейке аккумуляторных и гибридных пылесосов Makita вот такого типа на основе модели Makita VC150L. Про такие пылесосы на YouTube уже есть много роликов и на официальном сайте Makita. И Евгений снимал про такой же точно пылесос, он его даже разбирал. Можете посмотреть, что внутри на его канале. На канале Папа Карла ребята распаковывали много таких пылесосов там и ранцевые и вот именно такие там можно будет увидеть что именно, какая комплектация находится. Но все-таки моделей таких пылесосов очень много. Причем в разных странах они продаются по-разному. В каких-то странах есть одни модели, в каких-то странах есть другие модели. Чем же они все отличаются, как в этом разобраться, это обычному потребителю сделать очень сложно. И я сейчас в этом ролике попробую решить данную проблему. Я уже когда-то снимал подобное видео только про УШМ на 125 круге. Я разобрал всю линейку этих УШМ. Данное видео можете посмотреть по ссылке в описании. Это видео стало достаточно популярным и поэтому я решил подобное видео сделать про вот такие пылесосы. Самое главное, что не сказано в роликах у ребят, это то, что пылесосы у Макита делятся на две категории. Это пылесосы для влажной и сухой уборки и пылесосы для сбора сухой пыли. Вроде бы, как кажется, сказал одно и то же, для сухой и влажной уборки и для сухой пыли. Казалось бы, в чем разница? Но разница здесь колоссальная. На нашем сайте такого разделения нет, но если мы откроем официальные сайты Макита Австралия, Макита Новая Зеландия, то там будет четкое разделение на пылесосы для сухой пыли и пылесосы для коммерческой уборки, или как у нас сейчас уже принято стало называть, для коммерческого клининга. Это у нас в школах была уборщица, а сейчас это сотрудник клининговой компании. И вот эта модель DVC-150L конкретно предназначена для коммерческого использования, то есть для сухой и влажной уборки. Я использую его как обычный домашний пылесос, но следует отметить, что для дома это чересчур круто, потому что это профессиональная модель, рассчитанная на долгий срок службы при каждодневном использовании. Кто не понимает, что такое коммерческий клининг, объясняю в двух словах. В больших торговых центрах, фитнес-клубах, кинотеатрах работают не просто уборщицы, а целые клининговые компании, которые используют оборудование в течение всего дня, а также есть ночные смены. Там используются пылесосы, поломочные машины и так далее. И именно для каждодневной уборки нужны профессиональные модели, которые выдержат большую нагрузку и будут иметь долгий срок службы. И как раз у Макиты очень много моделей предназначены как раз именно для клининга. На сегодняшний день, как мне кажется, у обычного потребителя складывается такое мнение о компании Makita, что она выпускает только строительный инструмент. Но это далеко не так. Компания Makita давно уже расширила свой рынок деятельности. И помимо строительных пылесосов, у Makita очень широкая линейка пылесосов для клининга. И не только пылесосов, но это уже тема для других роликов. Также от строительного пылесоса данная модель отличается комплектацией. Тут вы не найдете переходников для подключения инструмента, дополнительного шланга, а также самое главное, что тут нет хепа фильтра. Но не стоит расстраиваться, данные модели пылесосов универсальные и абсолютно любую модель пылесоса для клининга легко переоборудовать в строительный пылесос и наоборот. Единственное, что чтобы это сделать из клининга в строительный придется вложиться и вот здесь уже наверное стоит расстроиться. У 150 и 151 модели даже идет общая инструкция, в которой как раз и указано, как переоборудовать пылесос. Я сейчас покажу, как это делается. В первую очередь необходимо открутить камеру поплавка, открутив вот эти три самореза и удалить сам поплавок. Потом надо поменять фильтр предварительной очистки. Визуально он такой же, как и этот, но по факту имеет другой артикул. Затем установите демпфер на хепофильт, а затем установите их в фильтр предварительной очистки, совместив метки установочного положения. И только установив хепофильтр и превратив пылесос для сбора сухой пыли, можно использовать его с инструментом, таким как УШМ, перфораторы и прочее, то есть работать со строительным бетоном. Если, кстати, вы будете работать с легкой пылью, не со штроборезом, там не будете пилить, сверлить бетон, то в принципе можно использовать и этот пылесос. Единственное, что вам придется для некоторого инструмента докупить переходник, потому что шланг не будет подходить каждому инструменту для того чтобы подобрать правильный переходник на официальном сайте Makita есть специальный раздел такая небольшая как бы программка в которой вы в левой колонке выбираете модель инструменты которые будете работать а в правой колонке выбираете пылесос который у вас есть и посередине вы там увидите различные артикулы слева и справа будут артикулы аксессуаров тех скорее всего тех что у вас должны быть в комплекте с инструментом или с пылесосом а посередине будет переходничок, который необходимо докупить. Точнее, артикул этого переходника. И как вы видите, модели DVC-150L в этой программе нет, потому что она не предназначена для работы с инструментом. Но в принципе можно выбрать похожую модель на этот пылесос и вы получите те аксессуары, которые вам необходимо докупить. Ну а теперь давайте пройдемся по всей линейке пылесосов. Пылесосы данного типа делятся не только на коммерческий клининг и пылесос для сбора сухой пыли, но и еще по размеру бака. И так получается, что пылесосы, у которых название моделей начинается с цифры 15, имеют контейнер на 15 литров. А пылесосы, которые начинаются на 86, имеют контейнер на 8 литров. И получается, что в линейке есть 7 пылесосов, у которых модель начинается на 15, то есть 150, 151, 52, 53 и вот так и 157. И также есть точно такие же пылесосы, это 860, 861, 62 и так же точно до да, 867. Получается, что пылесос VCL-150 это точно такой же пылесос, как VCL-860. Единственное, что, то, что у них разные контейнеры. Соответственно, и для сбора воды. Большой пылесос вместит 12 литров воды, маленький 6. И еще есть такой момент. Почему-то в разных странах представлены разные модели. Так, например, в России есть 150-я модель и 860-я для клининга. А 151-й и 861-й для сбора сухой пыли в России нет. А в Англии наоборот, есть 100, 151 и 861, а 150 и 860 нет. Но там дальше как бы в следующих моделях тоже есть разница. Какие-то есть модели в России, а других нет. И в других странах как бы наоборот. С чем это связано, я не знаю. По основным схожестям мы прошлись. Теперь давайте конкретно посмотрим, чем они отличаются. И разберем сейчас первую пару моделей. Это 150 и 151 модели. Ну и 860 и 861. Соответственно, для того, чтобы нам было удобнее разобраться во всех моделях пылесоса, я сделал вот такой файлик Excelский, я дам вам его скачать по ссылочке. Здесь я сделал две таблички, давайте сейчас первую табличку рассмотрим. Здесь у нас различия моделей. Значит, все пылесосы в принципе идут как бы парами. Вот давайте рассмотрим первую четверку пылесосов. Две, две пары, так сказать. Это 150 860 и 151 861. То есть вот первая колоночка для влажной и сухой уборки и вторая колоночка для сбора сухой пыли. Оба пылесоса гибридные. У обоих одинаковая мощность. Объемный расход воздуха 2,1 куб от аккумулятора и 3,6 куба в минуту от сети. Вакуум 9 кПа от аккумулятора 24 кПа от сети. Двигатель щеточные, Мощность двигателя от аккумулятора 25-70 Вт, от сети 320 Вт. В России продается лишь первая пара из этой четверки, то есть 150 и 860 модель. Блютуза у этих пылесосов нет. И время работы от аккумулятора 65 минут. Но, я так понимаю, это в самом минимальном режиме. Максималки не засекал. Ну, по-моему, где-то даже читал, это минут 20 или 30. От шестерок информации я не нашел. Следующая четверка, это у нас идут первая пара 152-862 модель и 153-863. Это как бы то же самое. Первая я пара для влажной и сухой уборки, то есть для клининга. И вторая пара для сбора сухой пыли с хепофильтром. Эти пылесосы только работают только от аккумуляторов два аккумулятора по 18 вольт работают аккумуляторы в паре то есть 36 вольт один аккумулятор если ставить работать не будет расход воздуха точно такой же как и у тех то что у меня вот представлена модель 150 151 ну 21 куба от аккумуляторов именно от сети он не работает то есть в тех пылесосах от сети естественно пылесос работал мощнее но вакуум при этом здесь почему-то показывает чуть больше, 9,8 кПа. А, скорее всего, то, что двигатель бесщеточный, и поэтому тут он чуть-чуть мощнее получается. И вот тут написано 90 Вт мощность. В России обе модели не продаются, блютуза у них нет. Время работы от АКБ 40 минут. Вот, потому что мощность больше хоть и бесщеточный двигатель, поэтому, ну опять же, тут неизвестно, на минимальной это или на максимальной. Поэтому на время работы я даже скажу, не смотрите. Это нужно засекать отдельно самому. Точно такой же абсолютно пылесос, как вот 153 и 863 модель для сбора сухой пыли. Это абсолютно такая же модель, только в, у нее добавлен Bluetooth модуль. И вот именно с Bluetooth модулем такой пылесос продается в России. Далее у нас идет еще одна четверочка, также для клининга и для сбора сухой пыли. Это 155-865 модель и 156-866. Эти пылесосы тоже лишь только от аккумуляторов. Мощность здесь уже побольше. Скорее всего стоит другой двигатель мощнее. Вакуум здесь 11 килопаскаль. Бесщеточные двигатели. Мощность двигателя 105 Вт. В России они тоже не продаются. блютуза нет. Время работы такое же 40 минут от пятерки. От шестерки написано 100 минут. Но как и в прошлых четверках, есть еще отделение. Это 157 модель. Но здесь она не точно такая же, как 156. -я. Она другая. Здесь мощность указана больше в табличке. 2,4 метра кубических в минуту, 11 килопаскаль. Бесщеточный двигатель, мощность потребления 110 Вт, Продается в России и есть Bluetooth. Время работы такое же. Так, для России конкретно выходит у нас, что мы можем приобрести три вида пылесосов по парам, то есть 6 пылесосов продается. Это 150 180-я модель для клининга. 154-864 модель для строительства, для сбора сухой пыли. У нее есть Bluetooth, работает аккумуляторов. И 157-867 модель, это тоже для, клини... Ой, для стройки, для сбора сухой пыли. И модель это помощнее, как бы апгрейд сделан. 54. Ну и вторая табличка рассказывает о том, какие аксессуары находятся в различных комплектациях Скажу лишь в двух словах для пылесосов, которые продаются в России Для пылесосов, которые идут для клининга, идет в комплекте обычный стандартный комплект для уборки Его можно приобрести как в сборе, в комплекте продается такой, он так и называется, комплект для уборки и также это все можно приобрести отдельно. То есть отдельно щетку, щелевую насадку, два металлических трубки и шланг. А в пылесосе, который идет для сбора сухой пыли, в 154 модели, в комплекте лежит этот же шланг и плюс еще один шланг с переходниками, которые предназначены для подключения к инструменту. А вот в 157 модели комплекта для уборки нет, но есть вот шланг и переходники для подключения к инструменту. И в 157 модели там совсем другой, другая щетка лежит. Но с этим вы можете ознакомиться на досуге в этой табличке. Из аксессуаров во всех пылесосах лежит комплект мешков полиэтиленовых. Ну и давайте сделаем выводы по этому пылесосу. Я вот его уже показывал вам в открытом виде. Здесь, как мы видим, пылесос абсолютно чистый. Никакого мусора, даже какой-то пыли нет. Вот здесь вы увидели пыль. Но не подумайте, что здесь прорвал мешок. Мешки я, кстати, докупил отдельно. Вот такой комплект продается из, по-моему, пяти мешков. Мешки огроменные, написано на 15 литров, но по факту я вам сейчас покажу. Вот он один мешок. Он просто огромный. Я не знаю, у одного мешка, если дома убираться на всю жизнь, наверное, хватит вот. Просто я использовал этот пылесос без мешков, когда у меня не было еще мешков. И как пришли мне мешки, я не стал стирать этот фильтр, хотя следовало бы это сделать. И мусор просто перевернул, высыпал. Я даже ну, не пакет свернул, выкинул. Я оставил этот же пакет, который был в комплекте с самого начала. Перевернул, просто вот так вытряхнул, там воздуходувкой дунул немного. Ну, пыль там один фиг осталось. И поэтому мы здесь видим эту пыль. Из... Это вы не подумайте, что там мешок прорвало. Это просто та старая пыль. При этом мы видим сверху пылесос абсолютно чистый. То есть снизу фильтр в таком виде, сверху абсолютно чистый. То есть фильтр отрабатывает вот этот на 100% предварительно. Хотя это даже не хепа фильтр. Выводы. Пылесос мне очень сильно понравился. Он у него от розетки просто нереальная мощность. Он вот у меня линолеум поднимает. Но есть вот, конечно, и минусы. В комплекте вот идет вот эта стандартная трубка для уборки. Она, во-первых, не складывается. Да, она разбирается. Но вот я один раз ее вместе соединил и больше рассоединить не могу. Она просто там намертво склеилась. Я какую силу нереальную применял, ни в какую она не рассоединяется. И поэтому, но при этом удобно все хранить. То есть на самом пылесосе даже вот с трубкой, со щеткой вот сюда повесил. Есть специальное отделение. Ну, сейчас покажу, соберу. Да, есть еще вот такой аксессуар. Не знаю для чего он. Он установлен был вот здесь. В этом месте. До фильтра. И в инструкции указано, если используете мешки, то эту штуку нужно снимать. Ну вот я ее снял. Ну, просто с ней мешок не оденется. У пылесоса в комплекте это тоже идет аксессуар. Его можно как снять. То есть пылесос становится совсем компактный но ну, можно и установить и использовать для хранения аксессуаров устанавливается он очень просто здесь отверстие в этом ящичке есть для того чтобы если туда попадет влага она сливалась на него можно наматывать кабель который отдельно идет да кабель здесь не как в домашних пылесосах который может ну, автоматически сматываться для чего это сделано так как пылесос профессиональный, промышленный, каждый день должен использоваться. И если мы будем каждый день сматывать шланг, я думаю, та штука очень быстро придет в негодность. Если мы используем без шланга от аккумуляторов, здесь вот есть специальная штучка для хранения вот этой клеммы. Сюда можно установить вот так щетку щелевую насадку сюда можно также положить аккумуляторы к примеру вы работаете в том месте где мало розеток поставили сразу два аккумулятора закрыли и дополнительно еще взяли парочку здесь конкретно под них сделаны места. Щетку какую-нибудь дополнительную. И поехали работать. Трубку, если мы храним, можно хранить вот здесь. Я же храню даже ее совместно. То есть не снимаю. И вместе со шлангом все это вот так. И пылесос маневренный. Колесики очень маневренные, катаются. Удобно. Можно ее включить. Кстати, от работы я вот сейчас на минималке, от аккумуляторов включаю и звук очень тихий. Вот он на максималке. Мощность у него достаточная, даже от работы... Мощность пылесоса достаточная даже при работе от аккумуляторов. Когда он работает от сети, он просто, я не знаю, это монстр. Да, кстати, по поводу аксессуаров. Помимо того, что подобрать аксессуары можно вот в этой программке на сайте, там раздел безопасность. Также в каталогах Makita вы можете скачать каталог Makita, можете попросить его в каком-нибудь сервисном центре или магазине. Там есть э, таблички прямо расписано какие насадки каким шлангам подходят и какие нужны конкретно для какого-то инструмента. Да, тут шланги, кстати, для уборки, он чуть толще отличается, чем тот шланг, который идет для инструмента. Пылесосом я полностью доволен. В принципе, будем заканчивать. Кому понравился данный ролик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока!